На конкурс дети читают стихи. Арина Чупыжова, 10 лет, город Сейково. Центр творчества. Юлия Друнина, ты должна. Побледнев, стиснув зубы до хруста, от родного окопа одна. Ты должна оторваться и бруствер проскочить. Под обстрелом должна, ты должна. Хоть вернешься едва ли, хоть не смей, повторяет комбат. Даже танки, они же стали в трех шагах от окопа, говорят. Ты должна, ведь нельзя притвориться пред собой, что не слышишь ночи. Как почти безнадежно, сестрица, кто-то там под обстрелом кричит.